Противогаз, ноги и штаны, да? А, да, там же эти сапоги, да, еще надо. Да, там я находил обувь. Есть сапоги. И штаны. Что, блин? Меня что, кто-то послушивает или что? Ну что, осталась маска только и все. Можем идти. Ого, слышал? Опа. Блин. Хер лети, надо от меня. Ты стоял тихонечко в углу, блин. Вопрос, она нам сейчас надо идти или не выстрелить? Фиг его знает. Попробуем с бочкой решить вопрос. Нет, давай пойдем все-таки убьем. Сейчас на него весь город сбежится. На такие выстрелы. Сейчас аккуратненько его. К нему зомби бегут, сейчас еще будет стрелять. А он встал на машине и стоит. Он залез от них на машину, блин, от зомби. Его больше нет. Не знаю, показалось, нет, полицейский участок направо. Может быть, кстати. Тебе бегут. Да, я их убираю потихоньку. Если он так нагло стрелялся, он может где-то друг у него сидит. Сейчас сюда могут еще всякие прийти люди, по сути. Так, что набор. Тихо. Кто-то ходит под нами. Это человек. Вдоль нашего... Тихо-тихо-тихо, не шевелись. Вдоль нашего здания прошел туда, в центр. Что-то мыслим по нужно. Так, сейчас знаешь, что можем сделать, короче? Давай сейчас мы выходим, я убегаю через дорогу. Ты бежишь налево, туда вот, в сторону, вот туда. И делаешь там выстрел. Окей, понял. Он загрится, я его убиваю. Ну, все будет по кайфу. Ладно, просто убиваем его. Какие вопросы могут быть? Он нас слышал, походу, тот же топот в домах очень сильно громкий. Что, он один там ходит? Походу, это он и был направо бегал тропать. Зомби идут аккуратно. Начинаем. МПшечка у него была. С глушителем, по-моему, кстати. О. Можешь себе ее. Организовать.
Шлем. Рюкзак минус. Штаны. Штаны. Сломал. Скотч. О, пистолет у меня заглушитель. Вот, возьми-ка лучше пистолет, наверное. Он, наверное, потише будет. А хотя у него на МПшку 3 магазина. Короче, сам реши, что возьмешь. Я пока возьму скотч и залатаю этот костюм. Чтобы он мало ли... О, отмычка, это хорошо, кстати. Ну, я тоже, кстати, отмычка была. Потом вернусь. Вверху чувак бегает по вышке. Да ладно. Вот на первый же этот круг чувак пробежал. Понял. Ну что, спускаться будет? Сливаешь, это зомби, конечно, чем быстрее. Нет, вряд ли это зомби. Да что зомби-то там будет бегать? Ну, тем более. Да, он заходит. В оружейку. Бегает по оружейке. Один все еще внутри, может быть, кстати. Может, это еще разное. Я посмотрю. А это у него сумка фиолетовая была? Я не помню, я видел, что на спринте просто. Ага. Минус. Пожарные штаны, фиолетовая сумка. Вон. Да черт. Так, что тут у нас? Еда есть. Тебе надо еду? Пристрелить проще. Скинул. Не, то если он будет в мега броне, там, а у тебя Макаров. А этот должен сразу вырубить любого куряпчика и все. Окей. Ну, как по идее там, по сути. Сейчас адреналин найдем, узнаем. Да, батарейка никакая не нужна, только... Да нет, вроде только магазин, там одна ячейка. Магазин-то есть, батарейка. Адреналин есть. О. Будем тестить? Давай. Я в помещении. С расстояния, давай я в другом конце буду стоять в помещении. Давай. Так, сейчас. Адреналин сюда, вал сюда. Допустим, это враг такой, да? Мимо. В смысле, я тебе ровно в грудную клетку. Все? По-моему, кто-то выше вообще улетел. В потолок, блин. Только как... А, 25 метров. Может тут... Хотя нет, не должно быть. Ну, давай, Инку. Ох, в лоб ему. Я выключился свет. Ну, со мной все в порядке. Давайте посмотрим, сколько я буду лежать. Он тебе делает массаж сердца. Инку, ты без микрофона есть. А, я опять сам с собой разговариваю. Потрясающе. О. Я ему в грудь целился. Попал ты ему в лоб, по-моему, прям ровно. Это у меня отобразилось, но целился я в грудь. А я целился тоже в грудь, но, по-моему, упал в потолок куда-то. Не, ну, очень... видать, прям вообще в упор. Не очень надежное, да? Как самочувствие? Да. Огонь! Бодрячка словил. Да-да, это ментовка возле пожарки тут. Я тогда в больницу пока сбегаю. Ой, класс. Чего? Да, зуб. О, я забыл, у меня не глушак, ёбаный рот. Ошибка. Быстрее лутаем и уходим отсюда. Я в этом здании, на второй этаж поднимаюсь. Тут есть фальшфейер. Стреляешь теперь. О, все хорошо. Если будет плохо. О, блять, нифига. Меня не дали зайти. Тебе помочь? Там снизу. Я, меня вырубили и сожрали, походу. Ёптать, ну как так-то? Я был вообще нормальный. И кого-то соседнюю хату лежу. Налево или направо? Ты глушак? Нет.
Это по мне, это по мне, это по мне. Да, это с горы. Это где мы были до этого. Да, 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 это с горы. Нужно поднимать вайкера. Нужно поднимать вайкера. Я его перевязываю, смотри пока. Окей, окей. Бегут, кто-то бежит. А, это зомби. Зомби, да. Тоже себя. Я тебя перевязал. Может просто... У меня там кровь есть. Адреналина просто, не? Вот шо сюда. Морфина бахнуть тебе? От входа, главное, уйдите не сразу. Надо. Наверх. Надо тут... Убили меня. Блять. Он как раз таки... Кто? Кто работает? Это я. Понял. Он как раз где-то видит. Просвечивается. Да-да-да, где-то он видит как раз все это дело. Ой, господи. Мой косяк. Сам бы расплатился. Ну, сейчас ему ищу. Ага. Я вас верю. Блин, я хер знает, где он, не вижу. Ну, я готов. Кстати, а каска что, сломана? Нет, кстати, каска хорошая. Может, тоже сменишь быстренько? Взял. Все, погнали. Пойдем, 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 пойдем. А как переключаться между режимами стрельбы? X, X, X. Я заметил, они сквозь некоторые дома видят. Ты заходишь, вроде никого не сагрил. Лутаешься, лутаешься, он у тебя прибегает там по 3-4 друга. Так, вот тут, наверное, может быть уже это... Стоит нам в костюм переодеться. Костюм? У тебя, говорит, сумка почти пустая, да, там? Ну, она не почти пустая, но место у меня есть. Давай тогда одевайся в костюм этого супергероя, блин. Все скидывай мне лишнее. Костюм супергероя. Ну что? Давай, иди тести. Да, чё пойду. Всё, дозаряжу. Ты будешь здесь сидеть под березкой? Или что, пойдешь туда смотреть куда-то? Искать друга? Да я пока тут под постою. Мало ли он сейчас пойдет за нами. По этой тропиночке. Я к карьеру подхожу уже. Подходи к тому же месту. Посмотришь на мой тактический прием. Как спрятать красную сумку называется. Вниз или наверх? Дальше, дальше. Даже меня не видишь. Иди своей дорогой, сталкер.
Между нижним и Березней. А, между нижним и Березней. Ёптач. По мне, походу, пытается попасть кто-то. Какой-то герой стоит на респе возле воды. Сейчас я вал найду, я приду, все, не уходи никуда. Этот хер бежит за мной, блин, вот делать ему нифиг больше. Сейчас попробую что-нибудь найти. Да я вроде отстал от него уже более-менее. Здесь кто-то у меня еще с зомбями рубится. Отлично, бою. В смысле, вы рубитесь? Вы в нижнем, что ли? Вы подходите к дому? Да, Вайкер. Я с зомби снаружи, возле Волги. Блин, он у меня по мне стреляет. О, герой, блин, давай попади для начала. Чё, косорука, свинья, блин. Бежим, бежим. Истекай крови. Бежим. Стрельби стангард, блин, где? Я его нокнул, блин. Ну чё, блин, свинья косорукая, а? Весело тебе? Знаешь, что весело. А ты где? Я его завалил, блин. Козлина, блин. Куртка. Ёптать! Ух, нихера себе. СТГ-44. Ага, СТГ-44. Блин, магазина нет, жалко. Раритет. Ну капец, опять баг. Чё они такие косячники, боже. Целись в прицел, у меня просто черный экран. Ну-ка. Стел брать, взять снова в руки. И почему-то, когда я прицелюсь... Вот же эта игра. Когда я прицелюсь, почему-то я слышу рядом с собой корову, прям близко. Я не могу повязку одеть твою. Валички. Я внутри. Нас упор, чувак! Я думал, ты, блин. Идем в доме, где-то. Вышел на улицу. За забором тут у меня. Блин, Вейкер, все плохо. Ходи, ходи. Я раненый, я не могу ходить. Там он заряжается. За забором справа, как выходишь, справа сразу. Походу мне сейчас капец будет, за мной зомби хочет идти. Ты убил, да, его вроде? Зомби, зомби, помогай мне, зомби. Сзади, 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 сзади много лезет. Ой, блин. Надо зайти в госпиталь и закрыться. Да, бежать надо. Я не могу бегать, у меня нет хп. Сейчас я пока бегаю, они за мной гоняются. Либо просто уведи их от меня, попробуй. Уведи, уведи их от меня. У меня красным моргает хп. Бля, просто. Я тоже пизда будет. Бежит ко мне. Падла. Отстань, 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 отстань. Умри, блин.
Вот это многослойная кровь теперь, это капец, блин. Надо 5 раз бинт применить, чтобы что-то у тебя замоталось там. Еще бежит одна сволочь тут, ё-моё, блин. Давай, выживай, я спрятался в доме. У меня капец как хреново. У тебя физраствор там был? Остался? Да, набора нет для сбора. Крайний зеленый дом? У нас вот там пех ходит по горе, где вышка на горе. Такая будка одиночная. Влево идет. По-моему, видит нас. Давай сделаем вид, что мы прямо бежим. Я в козловке. Близко, близко у нас в упоре. Попал по нему. Клин, блять. Налево бежит, направо, направо бегает. Заряжаю. Он мне кровотечение повесил опять, блин. На горе, ближе. Спускается вниз, да? Ты сейчас вниз бежишь? Понял. Я бегу, да. Я смотрю на него, он прям на горе был у меня. Слышаюсь. Я слева перекрыл, чтобы он налево не уходил. Нет, нет. Блять. Я урод какой-то белобрысый. Вот тут сумку скинул в кусту. Свою синюю. О, сумка полная, просто там хабара. Прицелы, патроны всякие. Сумку взяли. Мосинка валяется. Твоя? Он тут, походу, еще и мосинку выкинул, что ли, тогда? Бросал, чтобы убежать. Хрен его знает. А у тебя патроны есть к мосинке? Посмотри, у него в сумке, там у него были всякие разные. 54. 54. Нет, 54 нет. Блин, блин. Вижу его. Сидит в лесу. Более западнее, в сторону Кабанина. Сейчас где выстрел? Блин, ну как прошли ты его? Здесь же прям сидел вот. Бил ты его? Нет. Чё-то, блядь, какой-то ниндзя. Хер его увидишь. Просто сидит и не двигается. Ну, я вперёд. Ага, готов нам. Контрольный. О, на М70 ставится. А, ставится? Давай-то я возьму ее. Да, я тут патронов с него нашел, подходящий. У меня тоже патронов, на нее патрон-то хуя. В смысле, ты сказал, что нет патронов? Не, на нее сейчас, я за рюкзака, в смысле, взял. А, у него?
9 патрик есть. У тебя теперь два раствора, да? Один. Ладно, пойдем поищем тогда. Колесико починим. Колеса разные тут, да, или? Разные. По полю от нас уходит на юг Вейкер кто-то. Сумка школьная, квадратная. 100 метров от нас. Дорогу переходит или ты перебежал? Он в поле. Я дорогу перешел. Бежит в сторону туда, вот Волги этой, можно сказать. Ага, вижу его. Ты рядом с... Блин, напугал. По-моему, дерево съело мою пулю, блин. А их руками не открутишь, да? Нет, надо ключ. А вижу, слева из леса выбежал. Бежит дальше. Слева от Волги бежит лес. Нокнул его. Видишь его, да? Блин, тут нет задержки дыхания. У меня прицел шатает, капец. По-моему, контрольный. А что-то хозяин Волги тут ходит у нас. Так, где он? Ты видишь? Налево. Понял. Все. Ёпта, теперь у тебя вообще все плохо, блин. У тебя какая-то багованная прическа у твоего персонажа. Это просто пипец, блин. Ёпта, мать. Я не знаю, что с ней. Она немножко странная, это да. Ты просто не представляешь, насколько она странная.